Всем привет. Меня зовут Юра. Мы полтора месяца назад стартнули небольшое приложение Education для того, чтобы тренировать правописание и аудирование. Это writing and listening skills. Соответственно, это все в первую очередь для тех, кто хочет изучать английский язык и тренировать именно эти аспекты. У нас есть прототип. Это возможность прослушать один из, наверное, сотни диктантов, которые мы интегрировали уже в платформу, и наш алгоритм позволяет показать ошибки, которые вы допускали, и таким образом появляется эффект обучения, то есть пройдя 20 диктантов, вы можете потренировать эти навыки и получить сертификат. То, что мы придумали сейчас в рамках Хакатона, мы хотели бы попробовать адаптировать это решение для школ. И мы хотим, чтобы преподаватели могли добавлять своих учеников, шерить диктанты с учениками и проверять их самостоятельно, таким образом интегрировать решение в нашу общеобразовательную школу. Ну и последнее, что хотел бы сказать, что небольшая у нас есть еще идея по поводу протестировать этот продукт на ребятах, у которых есть такая особенность, как дислексия. И это те, которые страдают, в общем, у них есть особенности правописания. Они допускают много ошибок, когда пишут. И мы хотим узнать, поможет ли нам наше поговорить. В рамках Хакатона, в первую очередь, это школы. Спасибо. Нужны учителя английского языка, которые могут поделиться фидбэком, видением. И нужны фронтенд-разработчики, может быть, даже дизайнеры. У нас в институте, за который уже не стыдно, но хочется, конечно же, улучшать и оптимизировать. Спасибо большое. Кстати,